Всем привет! Бортовая после ремонта и заклинил шкворень в гильзе. Сидел очень плотно, думали притрется, но не допускайте наших ошибок, не притирается, а заклинивает. Заклинило у нас уже второй раз. Один раз думали какая-то случайность, что-то попало. Собрали еще раз, все целое, даже резинки целые. Но все равно заменили, собрали и заклинило уже второй раз. Сейчас будем интересным способом поворачивать колеса на тракторе, таким образом доставляя трактор на базу. Пообщались с людьми, и многие говорят, что если шкворень и гильза куплены не в комплекте, им нужно притирать. К примеру, снять слой небольшой на фрезерном станке. Так, чтобы он шкворень уже с одетыми резинками рукой можно было поворачивать. Переборщить тоже нельзя, так как будет уходить масло. В нашем случае шкворень вошел очень плотно, и видим то, что видим. Напишите, кто ремонтировал и с таким сталкивался, как вы решили эту проблему. Таким образом каждый раз рулюем. Сейчас будем разбирать, вытаскивать шкворень с гильзы. Прикручивайте. Смотри, аккуратно горячий. Сделали рычаг, будем поворачивать и рулем, и рычагом, и бортовая выпадет под собственным весом. В прошлый раз так получилось. В общем, не пошло. И каждый раз брызгали ВД-шкой и на месте полностью. Взяли шпильки и вкручиваем. Здесь есть два отверстия с резьбой, чтобы снимать как съемником. Вкручиваем шпильки. Пробуем так. Сидит очень плотно. Тоже остановилась и на месте. Не идет и, скорее всего, не пойдет. Ну еще попробуем. Ну вряд ли. Ну проворачивается, да? Заклинило капитально. Если не пойдет, высверлим с бортовой штопор, поставим обратно на трактор. Будем поворачивать так же, как перед этим, чтобы вышла уже гильза с бортовой. И будем пробовать уже как-то выпрессовывать шкворень с гильзы. В общем, не пошло. Провернулась шпилька. Достали гильзу. Попробуем выпрессовать навеской. Вот так вот все намастырили. Залезь еще на трактор. Сколько там будет? Сколько там? Может, теперь еще кувалдочкой сверху? Да. А ну-ка. Да, вылезет вот специалист белый. Ну, это ужас. Ой,
Идет! В общем, не пошло. Абсолютно на месте. На сегодня все. Продолжение следует. Кому интересно, чем это все закончится, оставайтесь на канале.